Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тотемпаут, а в этом ролике мы проходим главного контроллера Гамму. И что ж, всем приятного просмотра, прям как я и обещал. И да, насчет ваших комментариев. Что за денек? Миша, я, конечно, все понимаю, но на какой сервер-то идти? Когда варк? А ты напиши сервер, и я пойду варк. А этот ролик не несет обучающий или гайдовский характер. Бля, какой купол. Не, ну в этом куполе я точно попадаю, это не как с мегапитеком. Ну да, тут большой купол надо было. Ух, нихуя себе. Так, и чё, где я? Ждем. Вижу жнеца под собой. Ну да. Все дела. Ух, нихуя. Так. И что? Чё, загрузка? Не ебу. А, я сейчас стою со всеми людьми. Вы ушли слишком далеко. Вам нужно ближе к владельцу. Ух, блять, нихуя себе хуёво. Это ваше последнее испытание, выживший. Все, что вы делали до этого, было подготовкой. Но я вижу признаки прошлых исправлений в этой части симуляции. По-русски говорит. Welcome to the final test. And your final moments of life. Struggle if you wish. But your failure is inevitable. Все, теперь в наших... силах это вот только отбиваться. Нихуя себе, твое поражение неизбежно. Вот, добро пожаловать в последний тест и последний мгновение твоей жизни. Ты можешь попираться, если хочешь, но твое поражение неизбежно. Ебать он... Ему добавили субтитры, слава богам, ёбать. Ебать он... Да? Ебать он охуенный. Если что, во время переключения фаз вся наша Дина будет автоматом телепортированы. По этой причине мы... можем не волноваться. Эти ключи, сейчас мы понаубиваем достаточно ключей, как ты видишь, там нужно 20 ключей. Ну вон ключи. Ой, их собирать 8, надо. 8. А куда ты их вставляешь-то? А их потом надо будет ставить. Ля, мужик чисто фиолетовый побежал, охуеть. Не, кстати, вот тут на арене на это на FPS не жалуюсь, ебать охуенно. Это моя работа будет. Я аккуратно. Ля, ну музыки лайк. Ну так. Еба, эти мужики с копьями побежали, с луком вон, твою мой. Ля, он большой. А ты думал? Красавец. Так, микрофон свалился. И такое бывает. Так. Я собираю, вставляю, понял? Угу. Сейчас бед. Микрофон. Бывает. О, вот это вот нормас. Не, кстати, Рексы неплохо так дерутся. Это кто? Это Гамма или Альфа? Это Гамма. А на Альфе все так же, но все красное, да? На Альфе, да, все так же, но все красное. Причем там, насколько я помню, различия только в, во-первых, в цветах арены, а во-вторых, в чем-то еще, но особых прям различий, по-моему, тут нет по силе босса. Что самое удивительное. Воу! У меня получилось залететь, прикинь. Не, ну мне понравилось. О, нихуя, они еще. Бля, ебаш, мурашки. Сейчас когда увидел мужика, который на трайке едет тупо с копьем. Охуеть. Они седлают динозавров еще умеют, да. Охуеть.
Классно. Так, еще. Еще чуть-чуть, там сколько? Один ключ надо еще найти, сейчас я по-быстрому. Надеюсь, все целые, живые и здоровые. Последний ключ и... Уйдем на следующую стадию. Ключей достаточно. Начинаю взлом телепорта. Нихуя себе. Взлом телепорта. Тут сейчас касцена, кстати говоря, будет. Какая? Сейчас телепортируемся, ты готов? Нихуя себе. Бля, ну арк на новый уровень прям вышел. Они телепортируют, видишь? Я изменил всю новую симуляцию под новую цель, найти достойный слуг, который будет ценить созданный мной мир. Но у тебя слишком мизерный характер, а это недостойно. Короче, он хочет найти тех, кто будет его последователем. Слишком мятежный? Слишком мятежный? Дружище, да ты ничего еще в жизни не видел. Сказал так, будто бы сказал Даня. Тупо переговоры. А ты ключи в эту, что ли, вон в штуку вставлял, которая вон там? Да, тут спереди, да. Любители Рипер, блин. Ну, тут такие массовые вообще зарубы. Да, мне была пизда давно. Ты уверен? Не знаю, ну просто дроны прямо у наездника стреляют. Нет, дроны прямо на эндика стреляют, но насколько я помню, они, во-первых, наносят достаточно маленький урон конкретно вот здесь вот, а во-вторых, у тебя броня. Вообще тут желательно также иметь людей, которые будут тупо отстреливать этих дронов, потому что это вообще никак. А я дроном похрен, их даже не собьешь рипером. Не, я это понятно, естественно, они приземлятся. Ни в каком случае. Блин, надо мной тупо эта куча, которую не могу даже пожрать. Это я куда? Так не надо. Ну-ка вот так давай. О, вот это вот сейчас вкусно пролетел. Блин, они как всегда куда-то разбредаются в разные стороны, но вроде как даже особо не дамажит. Так, туда опасно идти, я уже это понял. Бля, заруба. Ты еще не делаешь, что под конец, там вообще поврежденные единичные спавницы, это прям жопа полная. Я понял, где весь замес, я иду павлю. Еее, тут ключей, я понял. Тихо. Надо мной дохера. О, нихуя себе сейчас. Давай еще. Не получилось. А тут вообще возможно с арены упасть? Нет, нет, нельзя. Бля, как будто вот чисто в этом, в бортовом компьютере в каком-то сражаюсь. Ну это ядро системы всей симуляции. Ля, ну сделано классно. Ну, вот. Еще 20. Еее, вот это тут просто полчища дронов. Реально, боюсь, мы бы уже здесь были... Нам было бы очень плохо, хотя бы потому, что никто дронов не сбивает. Они очень много дамаливают. Ну это да. Ну, как сказать, если их мало, то они не особо много, а вот если их такие орды, то да, там очень больно.
Мне кажется, был бы Вова на Гарифоне. Да, тут нельзя вроде как. Ну, на... А я не знаю, я не проверял. Я тоже не знаю. Только я могу с собой вот эти вот остатки ключей забрать, или они пропадут? Сейчас телепортируемся, ты готов? Это, ну, прикольное переключение между стадий. Тут всего три, как ты видишь, платформы и три стадии вот этих вот конкретно. Не, ну, хоть раз... Твой создатель Хелена не предвидела моего вмешательства, а следовало бы. Она неплохо меня знала, но всегда недооценивала. Сразу же сообщу ей новость о том, что ты проиграла. Ебать. Какой злой. Если ты знаком с Хеленой, если ты знаком с Хеленой, то должен знать, что он не бросает своих друзей. Впрочем, как и я. Все туда. Так, а у меня ключи-то есть? Нет, они пропали все-таки. То есть между переходами не сохраняются ключи. Чел на рапторе тупо ездит. Ностальгия, да? Пипец. Он тупо на рапторе с копьем забей. Вспоминаю игроков с официальных серверов. Начальных, конечно же, игроков. Начинающих. Это чё? А, мне показался этот пораженный, как его, Псеронагон. Этот. Да, нет, это таких. Показалось, забей. Если что летает, это дроны. Бля, ну конечно, животных тут спавнится как грязи. Ну так. Я тупо как собиратель ношу сюда-сюда и все. О, вот сейчас красиво. Что-то странно, что у нас потерь пока нет. Так, алло, тут они не очень прям вот огромные дома, что носят, ничего. Естественно, они не разберут тебя за 2000. Это было бы слишком жестко, алло. Седла хорошие, ты, кажись, дал по 40 урона. Конечно. Конечно, хороший. А ты думаешь, ваночки или кого-то? Или кто там шел? Не только они, я думаю. Они. Так, ладно, туда не иди. Ебать. Учись собирателя на этой миссии, конечно, такая себе. Ты тупо носишься и уворачиваешься от всех противников. Носиться опасно. А ты что думал? Тебе... Я тут, если что, ношусь меж тирексов просто. На рексов садишься, если что, да? Не, на рексов, если что, это да. Так, еще 20. Это последняя стадия, дальше мы будем тупо уничтожать огромные полчища противников. Там будут, кстати, спавниться жнецы с гигантозаврами. Не, ну сделали пиздато. Это не просто... Сколько фекалий валяется на земле, а тогда зона. Ебать, насрали. Ну так, пришли в гости, насрали. Да, и ушли. Все, последний забирай, тихо. Не бейте, гниды. Ключей достаточно. Все. Начинаем взлом телепорта. Смотрю. Сейчас телепортируемся, ты готов? Все, теперь у него лицо открыто. Не, ну это не тупо его дамажить получается, а ключи вот всякие собирать, да. Интересно. Дальше опять ключи собирать надо. Сдавайся, я проявлю милосердие, если ты останешься. Если ты станешь мериться со мной силами, я могу отключить всю эту симуляцию.
Нихуя себе. Только если прежде мы не отключим тебя. Только если мы прежде не отключим тебя, ну да. Так и есть. Ебать. Да, зарубы. Вот уже полезли. Тихо, тихо. Вот это лазеры, которые станут. Я понял. Но меня они не станут, я как понял. Да. Чем браться за тест, который у тебя нет никаких шансов встать. Ебать он... Ебать. У меня просто нет слов, арена в натуре меняется. Да. Я тебе говорю, это вообще пушечный босс. А. Как по мне, это самый лучший босс. Даже король Титан не настолько крут. Бля, ну мощно, мощно. Просто лайк разрабам за такое. Не ожидал то, что тут еще будет... Ну, кстати говоря, щитов, конечно же, нет, потому что это было бы слишком имбово. Нихуя себе. Что он? Ё-моё, вот это было неожиданно. Я убил Тирекса, а на нем сидел чел какой-то. Он на меня спрыгнул и чисто с копья. Так, а собственно, где? А, вот тут все зарубы происходят. Да потом загрузим, что ты постоянно переживаешь так сильно об этом. О, гиги пошли. Гига. Рычи, 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 да, все. Прими неизбежное выдержать. Я надеюсь, ты извлек урок из выписанного мной наказания. Так, а где дешифровщик? Он там, ё-моё. Нихуя там народу. Уйди. Ага. Прочь. Прочь. Выживший, ты обречен. Как неуклюже, как безнадежно. Он у нас разные фразы да, говорит. Да, у нас разные реплики говорит. Бля, прям въебало полетел. Вот сейчас надо будет его самого дамажить. Пизда-то. О, бля, лазер шоу просто. Знаешь, нам-то сейчас с тобой весело на локалке, а было бы это по-настоящему, мне конечно. Кажется, мы бы на очки сидели. Даже это в натуре главное, мощно. Какие же тут зарубы финальные. Приготовься. Внимание, главный контроллер теперь уязвим. Нихуя себе. Всё. У него очень мало хп, там просто несколько выстрелов надо сделать. Выстрелов? Сам он слаб, да, сам он слаб, а вот конкретно его эти микрощелики бесят очень сильно. Они тут главная опасность. Единственное, что делает сам контроллер, это лазер. Нихуя себе поржал. Смотри, твоя гибель приближается. И роба. Дешифровщик, это что такое? Дешифратор, это как раз не та штука, которую нужно ставить ключи мне. А-а-а. Зачем брать? Ха-ха-ха-ха. Зачем брать за тест, который у тебя нет никаких шансов? А, зачем браться за тест, на котором у тебя нет шансов сдать? Да. Не, ну это, блядь, он прям жизненно сказал. Потому что, если б так вот на серваке пошли, или... О, тернозавр уже умер, понимаешь, что прикол, да? Да. Даже здесь, даже вот эти вот наши рексы умирают. А! Ага, пошел. Так, и что сейчас с дробаша, да, стрелять? Да, уже не надо, там... Я вот буквально делаю с этого сильного дробовика два выстрела. О, мой жнец умер. Жнец твой умер? Да, там было написано ваш...
Охренеть! Еба, лазер-шоу. Что происходит? Это что за... Узри, твоя гибель неизбежна. Не описать словами, насколько ты тупоголов. Ну это мы еще посмотрим потом. Ну текстурки тут вообще прям пиздатые на арене. Как пиздатые. Не описать словами, насколько ты тупоголов. То есть он каждому свое говорит, блять. Да. А за что на меня лазер свой этот направлять? Че он вообще делает, по сути? Он станет твоего существа. Что-то сижу, думаю, может тоже ключи подбирать. Можешь и так, но нам осталось два раза подобрать. А, ну да, в симуляции Genesis бегать ты сильно не умеешь. Да, только вот так вот ускоряться, но это вполне достаточно. Ну, как вполне достаточно? Хотел бы быстрее, конечно, чем иметь. Ну и вот станы на самом деле сильные, чтобы пойти. Выживший ты обречен. А мы не такие уж и разные выжившие. Тупо, блять, каждому свое. Тихо, электричество. А ну видишь, оно не дамажит, оно встанет только. А, надо вместе всем ключи. Надо сначала 20 ключей подобрать, а потом внести, я правильно понимаю? Да, да. Потому что тут есть только определенное количество ключей, которые ты можешь внести за один раз. То есть не можешь больше 20 вот здесь вот внести. Бля, нихуя себе лазерное шоу. Еще звуки такие пиздатые. Да. Последний остался. Тебе не взломать способ... А, что? Тебе не... Что? Что он сказал, я не понял. Что тебе не взломать? Он сказал что-то про... Тебе не взломать. Бля, фигу наши рексы тупо хавали. Я надеюсь, ты из лёг урок удаёшься на мной в Казани. Мы не такие уж и разные. Ля мясо, пиздец. Бля, ну, этому лазерному шоу просто лайк. Ещё никогда такого не видел. Так, два ключа. Не, ну как финальный босс очень даже пиздатенький. Если они еще круче босса придумают на финал. Ну просто, по идее, финальным боссом должен быть Роквелл, поэтому я не знаю, как они его должны там будут переделать, но я уверен, что они справятся с этой задачей. По крайней мере, надеюсь на это. А тут носитель в разных точках, что ли, активируется? Да, да. Понял. Этот дешифровщик, он в разных местах постоянно, его нужно. Ага. Все, остался последний, Даня, готовься, финал, близок. Я несу ключи. Ваш ветеранус погиб. Пиздец. Ломай его, стреляй в него. Не очень получилось. А, нихуя себе. Все, смерть. Да. Пойди, победив меня здесь, ты обрекаешь себя, выживший. Подожди, я найду тебя на том свете. Ебать.
Привет! Привет! Проснись, выживший! Не паникуй! Сейчас я тебя выпущу! Одну секунду! Что ж, хорошие новости! Мы завершили симуляцию Генезис! Добро пожаловать в реальный мир! Остальные выжившие застряли в симуляции, но мы свободны. Черт, заражение поразило ее тоже. Похоже, оно добралось и до симуляции, но это невозможно. Мы можем быть единственными, кто проснулся. Что ж, давай возьмем себя в руки и разберемся с заражением до его распространения. Это тебе. Тег-броня для экстренной ситуации. Пожалуйста, будь с ней аккуратен. Теперь, когда мы не настолько беспомощны, мы должны выяснить, в какой части колониального корабля мы находимся. Мы можем попробовать... Оу, это все не очень хорошо. Короче, не волнуйся, HLN с тобой все дела. We passed the Genesis simulation. Welcome to the other world. Тут чувствую, когда она у меня два раза говорит подряд. Хорошая ситуация, короче, хорошие новости, мы сдали симуляцию Genesis. А так они все смогли выбраться. Заражение захватило их. Но это невозможно. Мы знаем. Конечно, нам нужно подняться ее, мы уничтожили. Ну, это твои новые. Это твой подарок, можно сказать. Это что за херня? Роквелл? Да. Ага. Все, конец. А чё Роквелл забыл на этом корабле? Ну, он на этом не корабле ничего вообще, в принципе, не должен был забыть, так как он упал на землю с ковчегом вместе, ё-моё. Он упал и каким-то образом смог взломать эту симуляцию Genesis. Однако мы его оттуда вытащили, я бы сказал, точнее, даже выгнали пинком, и он пришел нам мстить. Понятно. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Подписывайся на канал, ставь лайк. Всем удачи и всем пока.